Привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс. Сегодня мы открываем какой-то крайон Карвер. Мы будем делать надписи на карандашах. Да. Крайоны это, я так понимаю, вот эти вот восковые карандаши, а Карвер это вот вырезатель. Мы будем вырезать на них, делать любые надписи или разные рисунки. Давай его открывать, да. Доставать. Он без скотча, окей. Это какая-то целая установка будет. Вау. Смотри, что это такое. Ух ты. Ух ты, ух ты. Вот это да. А где же крайоны? А, вон они, карандашки. Я что-то думал побольше. На рисунке такие здоровенные, а они маленькие. Обычные карандашки Крайола. Вот что тут у нас внутри. Всякие прибамбасы. Кисточка. Ой, она такая прикольная, широкая, мягкая. Скажи, прикольная. И 8 карандашиков, которые мы сможем сейчас подписать. Вот эти крайонцы. Первое, надо вставить батарейки. Где? Куда? Вот сюда. Надо вставить батарейки. Какие? 4 штуки. Вот батарейки. Отлично. Все, закручиваем. Идем читать инструкцию дальше. Надо взять карандашик, поставить сверху эту штуку и протянуть вниз. Оп! Таким образом у нас разрезается этикетка. А, она приклеена. Оп! Я думал, она легче будет бумажка сниматься. А, во, смотри, чик-чик, и снялась. Снимается. Такая чуть-чуть грязная работа, много мусора. Теперь наши карандашики надо одеть вот в такие вот штучки. Да, одевай карандашик с одной стороны и с другой. И вставляем вот сюда вот в мейкер. Вот в одну дырочку и в другую. Короче, я пробовал провернуть карандашик, и он сломался. Так, следующий какой пробуем? Давай в синий? Да, чтобы не поломался. Хорошо, я постараюсь. Видишь, что-то я как-то неаккуратно сделал. Так, вставляем. Теперь нужно открыть буквы. И из них вот здесь вот выстроить надпись, какую ты хочешь видеть у себя на карандашике. Что ты хочешь писать? Давай, какую надпись? Мисс Кейти. Мисс Кейти. То есть фиолетовый будет для мисс Кейти? Ну, давай искать буквы. Так, это не М. Розовый будет для мисс Кейти. А розового у нас и нет карандашика. Вот все, что есть. Оранжевый для мистера Макка. Окей, давай те, что нам не нужны, выстраиваем сюда. Какие-то сердечки. О, а можно сердечко сделать с Катей. Мисс, сердечко Кейти. Как тебе? Да. Все, сердечко это будет для мисс Кейти. Вот М я нашел. Мисс. Это вот сюда. Вот, видишь, М. Мисс Кейти. Мне интересно, такие большие буквы. Фиолетовый будет для мисс Кейти. Неужели они получатся для на таком маленьком карандашике? Аж интересно, что получится. Вот S. S, давай. Интересно, две S есть или придется переставлять? Вот сюда вставляй. Нам надо найти еще A и T. И если есть еще одна S. Но я думаю, что нет. A. Да. A и T. Так, и вот, здесь. Вот A. Давай, A. Так, что там? У нас не хватает только T. Ну, еще одной S, но я чувствую, что еще одной не будет. Так, не хватает только T. Ой, T, ура, давай. Все, я думаю, можно начинать. А S мы просто передвинем еще раз. Будет два раза S передвигаться. Можно начинать. А тут кнопочка есть старт. Ага, вот есть кнопочка старт. И оно сейчас будет работать, наверное, как машина Бора. Ну, о, видишь? Оно реально как машина стоматолога, бор-машина. Смотри, получается, вот мы сейчас проводим здесь буквы, и она будет там же рисоваться. А ну, давай пробуем. Вот. Видно? А ну, смотрим, есть буква М? Ж какая-то. Но она просто грязная. Есть буква М, точно, да. Есть. А ну, почисть кисточкой. И какая буква? М. М, да. О, так можно с двух сторон, получается, с разных сторон делать надписи. Смотри, вот. И... Хочешь сам?
Да. Смотри, вот надо пройти тебе по всем буквам. Отлично. Вот, и теперь сердечко точно так же. Это готово. Сердечко. Да-да-да-да-да-да-да. Все верно, отлично. Молодец. Дальше. О, и так вот, Кейти. И сейчас достанем, посмотрим, что получится. Ну что же, Макс, ты практически сам все делаешь. Молодец. Я уже профессионал. Давай посмотрим, профессионал, что у тебя получилось. Давай достаем нашу эту карандашик наш. Получилось то, что хотели? Да. Мисс Сердечко Кейти. Конечно, не так красиво, как на этом, на коробочке. Ну, давай другой какой-то. Да, оранжевый. И на оранжевом что напишем? Мистер Макс. Давай, теперь выкладывай сюда, мистер Макс. А вот мы буквы приготовили. R. M есть. M, R. Давай, выкладывай. Что интересно, здесь вот буквы большие, а на карандашках получается намного меньше. Мистер Макс. Макс, а мы потом мы переставим. Все, можешь рисовать? Макс, ты как профессиональный какой-то работник на станке, как будто работал всегда. Это круто. Это реально круто. Подписывать собственные карандаши. М пора переставить. Давай. О, супер. У Макса лицо, как у профессионального гравера. Уже все в каких-то опилках, стружки. Ну, молодец, Макс, реально круто. Есть. Все, вычищаем и смотрим. Красота? Да. Крутяк. Мистер Макс, держи. У тебя первый карандаш. Ну, это не первый, второй. Это мисс Кейти подарим. Это мистер Макс. Ну, конечно, на упаковке красивее они получаются, чем вот на самом деле. Зато никто не заберет. Да, подписанные карандаши. Смотри. Вот эти, по-моему, чуть-чуть получше получаются, да, чем вот эти на самом деле. Да, может, это на больших надо такие делать? Но она же только маленькими буквами рисует, эта штука. Только такие. Но мне тоже такие нравятся. Ну, супер. Что дальше делаем? Что пишем? Мисс Мурка пишем. Мурка? Мисс Мурка. Мисс Мурка. Я сейчас буду собирать слово Мурка. Давай. Вставляй. Собственное. М. Дальше. Мюрка. Мурка. А теперь. И Мурка. Все поместилось. И все поместилось. Знаешь, что можно для украшений какой-то значок. Например, сердечко или звездочка. Смайлик, например, можно тоже. Смайлик. Ну давай, выбирай. Раз вот... она такая веселая. Хорошо, так. В конце смайлик, а в начале что? Сердечко давай. Нет? Да. Пойдет? Да. Вот такая вот будет. Сердечко, Мурка, смайлик, звездочка. Класс? Да. Мурка, иди смотреть. Сейчас я поищу ее. Мурка, смотри. Тебе выбрали желтый карандаш. Макс уже вставил. И вот надпись. Смотри. Сердечко, M-U-R-K-A, смайлик и звездочка. Подходит тебе такое? Мурка. Мяу, это да? Мяу, да, очень нравится мне. Ну все, Мурка, сейчас тут будет жужжать. Смотри, давай тихонечко. Давай, Макс, начинаем. Мурка, ты смотри, Макс правильно делает или нет? Мурка, не убегай. Смотри, какую красоту тут Макс вытворяет. Твою, Мурка. Мурка помогает. Мурка помогает творить Мурку. Да. Мурка сейчас посмотрит, получилось ли Мурка. О, Мурка, смотри. Вот так вот делаем. Я. Давай. Что у нас? Сердечко, Мурка, смайлик, звездочка. Класс. Мурка, это тебе. Ты любишь рисовать? На, будешь играть, рисовать. Все, Мурке понравилось. Техника Мурке понравилась. Ну, супер. Очень интересная и познавательная вещь.
Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока. Я сейчас Мурке подарю открытку. Своим же карандашом нарисуешь? Да. О, рыжей кошке, рыжим карандашом, рыжее сердечко. Помогает тебе. Да. Вот звездочка и сердечко. Сейчас раскрашу и подарю Мурке. Я думаю, ей понравится. Все, готово.